В третью годовщину убийства Бориса Немцова в американской столице появились уличные указатели с его именем. В память об оппозиционере назвали участок Висконсин-авеню напротив посольства России. Во вторник на Борис Немцов Плаза в Вашингтоне собрались друзья и родственники политика, в том числе покинувший Россию после двух попыток отравления журналист Владимир Карамурза и дочь Бориса Немцова Жанна. От лица своей семьи, и моя мать тоже сегодня здесь, я хочу поблагодарить вас за то, что это произошло. Впервые имя моего отца увековечено на государственном уровне. С этого момента квартал напротив российского посольства носит имя Борис Немцов Плаза. Политик был убит 27 февраля 2015 года в Москве на Большом Замоскворецком мосту возле Кремля. На месте его гибели действует народный мемориал, который поддерживают и охраняют волонтеры. В феврале 2018 года столичные власти согласились на установку мемориальной таблички на доме в Москве, где жил Борис Немцов.